Что произошло? Ух ты, я прошел! Ура, я прошел! Всем привет, друзья, с вами Неломоб. Сегодня мы играем The Joy of Creation Story Mod. Вторую комнату сегодня будем играть. Первую я прошел. Кто не видел, есть на канале видеоролик. А мы начинаем вторую. Надеюсь, мне сегодня повезет. Нажимаем play. Помним, что там было очень сложно. Мы находились в гостиной. Угу. Это мы все видели, это можно, думаю, пропустить. Начнем уже именно играть, 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 играть. Будем стопить Фреддика, да? Давайте. Стопим Фреддика. Стопим Фреддика, стопим Фреддика. Ну, не надо постоянно стопить. Так, клацаем, стопим. Смотрим, клацаем, стопим. Тогда все получится так, как надо. Я так уже по своему опыту уже знаю. Фреддика останавливаем пару секунд. Смотрим на Фокси. Останавливаем чуть-чуть. Смотрим на Фокси. Идеально нельзя стопить Фредди только. Чтобы он постоянно на месте стоял. Так нельзя. Потому что у нас не будет получаться делать так, чтобы они все в разное время приходили. Стопим Фреддика. Фреддика стопим. Ждем Фокси в гости. Но еще далековато, конечно же. Но все-таки уже близко. Так, нету никого, нету. Нету никого, нету. О, возле лампы. Первая лампа. То есть последняя лампа. Он уже тут находится возле последней лампы. Это очень хорошо. Вот, останавливаем. Подходит к двери. И по идее, все. Надо теперь прятаться. Сейчас зайдет к нам в гости Фоксик. О, вот он и пришел. Фоксик. Когда он уйдет, нам, по идее, нужно немножко постопить будет его, если, конечно, получится. Ушел. Смотрим, где находится Фредди. А Фредди уже почти возле дверей. Это не очень, как это сказать, ну, то есть, как раз это хороший знак. Потому что мы чуть-чуть Фоксика подержим, чуть-чуть, еще 2 секунды, и встаем, и прячемся сразу от Фредди. Можем даже на плакат его смотреть, к примеру. Или на картину, или на него смотреть. Неважно, но мы справились, в принципе, с первым наплывом двоих аниматроников. Так, теперь смотрим, где находится Фокси. Фокси на повороте, замечательно. Будем держать сейчас Фредди. Он, видите, повернул, только повернул. Фреддик сейчас будем хотя бы, сколько секунд? Ну, секунд 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Слышали звук, кстати? Это пришел Бонни. Бонни показал свои глаза. Первый звук. Второй звук. Бонни показывает свое тело. Третий звук. Бонни показывает свои руки. Четвертый звук. Бонни показывает свой глаз. Пятый звук. Бонни заходит к вам в комнату. Понятно? Второй звук был. Был второй звук. То есть он показывает свое тело. Встаем, прячемся от Фокси. Показывает свое тело. Хорошо. Зубами поклацал, поклацал и ушел. Сейчас будет показывать свои руки. Будет звук номер 3. Это еще далеко. По идее, у нас должно получиться. Звук номер 3. Он показывает свои руки. Фоксика ступим. Звук номер 4. Он показывает свой глаз. То есть сейчас, буквально через долю секунды, появится вот этот аниматроник. Или вот звук он был. Как раз сейчас только глаз показал. Может, я ошибся. Но, по идее, должен сейчас минуты на минуту появиться он. И он появляется. Смотрит, никого нету. Хорошо. Смотрим на Фокси. Фокси должен быть близко. Фредди на повороте. Как раз тут мы его должны примерно и держать. В идеале. Примерно вот так. На повороте мы его словили. А этот подходит к первой лампе. И он тут, кажется, не останавливается. Встаем, прячемся от Фокси. Фокси, мы спрятались. После этого всего дела начинает появляться Чика. Чика... Такая неблагодарная, такое животное, я вам скажу. Так, он близко.
Мы должны продержать, чуть-чуть подержать Фоксика. Чуть-чуть по возможности. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прячемся. Первый звук был, то есть показались глаза уже. Так, от Фредди мы, в принципе, спрятались. Фреддика мы спрятались. Фокси. Фокси, в принципе, еще далеко. Первый звук был. Второй звук был. Показывает свое тело. Третий звук показывает руки. Держим Фреддика. Он на повороте. Хороший результат, в принципе. Видели? Слышали, звук такой был? Как будто рычал кто-то. Это звук, когда, значит, появляется Чика. Так, прячемся от этого. От Фокси. Хорошо. От Фокси мы спрятались. От Фокси мы спрятались. Но я забыл, где находится... Так, руки. После рук появляется сразу же что? Правильно. После рук появляется глаз. Не знаю, правильно ли я сделал, но мне надо Фокси сейчас останавливать. Еще один звук. Сейчас пока... Сейчас уже глаз. Сейчас уже глаз. Сейчас уже глаз. То есть... Вот Фредди, а потом прячемся сразу от Бонни. Сейчас уже глаза его, по идее, торчат. Есть, прячемся от Бонни. Все верно. Так, теперь мне нужно останавливать немножко Фредди и смотреть на Фокси. Фокси далековато. Останавливаем Фредди, прислушиваемся к страшному звуку. Сейчас может Чика появиться. Останавливаем Фредди. Он на повороте. Хороший результат. Вот возле лампы первый Фокси. Это знак, что скоро нам нужно будет... О, звук, страшный звук. Все, страшный звук прошел. Быстро, 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 быстро. Успели. Хорошо. Успели, справились. С этой задачей справились. Так, сейчас должен прийти, по идее, ко мне Фреддик. Где он? Он далековато еще, но... Нет, как это далековато? Вот первая лампа. Фоксика немножко стопим. Может, 2 секунды. Может, он так идет быстро? Очень быстро идет. Нет, остановился все-таки. Вот, Фоксика стопим. О, звук страшный. Страшный звук. Прячемся сразу. Кстати, зашумела вот эта вот дверь. Кто-то стучится в окно. Не знаю, кто. Так, аж не знаю, что там с Фокси. Но мне нужно посмотреть в глазок, потому что я сбился. Так, он только появился. Замечательно. Первый звук был. Смотрим, что с Фокси. Фреддика стопим, Фокси встречаем. Фоксика стопим. Ой, Фредди стопим, Фокси встречаем. Первый звук был только. О, страшный звук. Все, страшный звук, надо вставать. Фреддика стопим. Возле первой лампы находится Фокси. По-моему, уже вторая стадия была. Или нет? О, ой, не того застопил. Встаем, 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 встаем. Прячемся. Успели, хорошо. Нам нужно... Там был на повороте, кажется, Фредди. Посмотрите в глазок. Посмотрим в глазок, где находится наш любимец. Так, еще это показывает свое тело. Потом руки будут показывать. Так. Фреддик совсем рядом. Сейчас он показывает уже свои руки. Сейчас он показывает уже свои руки. Ой-ой, Фредди. Успели. Сейчас он показывает. Сейчас потом глаз, по идее, показывать будет. Мы должны успеть посмотреть, убедиться в этом. Глаз или не глаз. Вот сейчас глаз. Уходи, 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 уходи. Глаз сейчас. Так, после этого мне нужно Фреддика постопить и спрятаться от Фокси. Постопить Фреддика надо чуть-чуть. Чуть-чуть постопить Фреддика. Чуть-чуть постопить Фреддика. Так, возле первой лампы Фокси. Чуть-чуть стоплю Фредди. Чуть-чуть стоплю Фредди. Возле первой лампы Фокси. Чуть-чуть стоплю Фредди. Страшный звук. Все, и прячусь от Фокси. Хорошо. Получается пока что все хорошо. Так, 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 все, ушел. Ушел. Так, Фредди. Фредди подходит. Так, какое-то непонятное... Непонятное происходит. Это все темное.
Фокси, стопим. Фредди! Все как-то стало так тускло, непонятно. Непонятный звук еще в скважине был. Так, 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 так. Фредди топает. Фредди надо стопить. Вставай, вставай. Фу, успел встать. Фух, слава богу. Фредди надо стопить. А, Фокси смотреть. Кстати, вот это мне... Вставай, вставай. Фредди надо стопить. Все, вставай, вставай, вставай. Прячься от этого аниматроника. Тут сейчас должен появиться, по идее, Фокси. Я его уже заждался, честно говоря. И я сбился со счета, где находится сейчас именно этот аниматроник. Это меня очень сильно беспокоит, кстати. Он тут? А, у него стадия, когда он показывает тело, руки он еще не показывал. Где Фредди находится? Фредди находится уже возле дверей. Он встает, он очень быстро начал двигаться. Так, мы успели. Звука не слышу. Вот этого не слышу звука. Что он показал свои руки. Надо стопить. Фредди надо стопить. Надо стопить Фредди. Страшный звук. Фредди, 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 стопим, стопим, стопим. Так, сейчас он показывает что? Что он сейчас показывает? Что произошло? Ух ты, я прошел! Ура, я прошел! Вот это круто! Я так долго играл, так долго! Капец, я, наверное, раз 10 или 15 это пробовал пройти. Наконец-то у меня получилось. The Haunted Woods. Прикольно. Прошел, прошел. Ну, лайк вы должны поставить. Должны поставить лайк, потому что я наконец-то прошел второй уровень. Я не знаю, это было сложно, но сейчас я постараюсь рассказать, как это все получилось. Значит, надо... Я даже не знаю, как объяснить. Третья комната, choose your memory. Третья комната открылась у меня, смотрите. Классно. Короче, нужно, как вы, ну, короче, смотрите ролики, вы все поймете, по сути. Но нужно держать Фредди или Фокси, без разницы кого, до того момента, пока уже не будет возле первой лампы находиться аниматроник. После этого вставать и идти прятаться от него. Когда он будет там возле дверей, будет лампа. То есть, получается, прячемся, потом встаем... И бежим, садимся опять в кресло, и потом останавливаем того, кто только что, и даже, смотрим на того, кто к нам подходит с другой стороны, и останавливаем того, кто должен сейчас появиться уже на экране с минуты на минуту, ну, секунда на секунду, появляется новый, тот, который только что заходил аниматроник, мы его стопим, чуть-чуть стопим, 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 и до того момента, пока к нам не зайдет другой аниматроник, постопили, встали, побежали, спрятались, вот. Потом надо считать, конечно, до 4 раз, пока появляется Бонни. Бонни появляется первый раз, глаза его. Второй раз он появляется, его тело видно. Третий раз его появляются руки. И четвертый раз он смотрит уже в глазок. И на пятый раз он появляется у вас. И если стараться держать как раз, чтобы все аниматроники были примерно на повороте плюс-минус, и вот так, таким методом повторять все по кругу, тогда, получается, пройдется этот уровень. Вот, спасибо всем, кто посмотрел, поставил лайк. И до скорой встречи. Увидимся уже на третьем уровне. Пока-пока.